Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. В Республике Казахстан объявлен национальный траур в связи с гибелью пограничников. Автовокзал Караганды первый в Казахстане внедрил электронные билеты на автобусы. Четырехлетней карагандинке срочно нужна помощь. Из-за несчастного случая маленькая Асия Султанова получила ожог 70% тела. В Республике Казахстан объявлен национальный траур в связи с гибелью пограничников. Сегодня весь день по всей стране приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия. Следует отметить, что на заставе Аркан-Кирген два пограничника из Карагандинской области. Глава региона Бельгазы Кусаинов оказывает поддержку семьям карагандинских пограничников. Сегодня на первых полосах республиканских газет не будет размещен развлекательный контент. Анекдоты и информация развлекательного характера будет приостановлена трансляция развлекательных телепередач, а также размещение рекламы в государственных СМИ. Будут приспущены государственные флаги на всех зданиях государственных учреждений. Напомним, террористический акт, в котором погибли 15 человек, произошел в ночь с 27 на 28 мая. Министерство культуры и информации Республики Казахстан сегодня распространило список с указанием регионов призыва погибших пограничников. Четверо с Атрауской, двое с Актюбинской и Жамбулской области и один пограничник был призван с западно-казахстанского региона. Мы должны помнить и чтить своих героев. С 1992 года при исполнении служебного долга погибло 628 сотрудников правоохранительных органов. С целью почтить память погибших коллег, Международная ассоциация полицейских Казахстана проводит международный автопробег. Сама автоколонна движется только по территории Казахстана, немного затрагивая Кыргызстан. Путь следования – Астана, Караганда, Тараз, Бишкек и Алма-Ата. Автопробег имени Халы Каһарманы капитана полиции Газиза Байтасова призван не только почтить память, но и поднять боевой дух, а также патриотическое сознание каждого гражданина. Изначально такая традиция появилась в России, где во время маршрута следования путешественники заезжали еще в Украину и Беларусь. Кстати, представители этих стран также присутствовали и на нашей земле. Коллеги из Департамента внутренних дел города Караганды оказали радушный прием аккуратно границы Акмолинской и Карагандинской областей. В планах же у организаторов пробега следующее. Запланировано, чтобы так аналогичные автопробеги мы так ежегодно проводили. Так будем все это охватывать. Восток Казахстана, север Казахстана, так, запад. То есть это будет систематически, будет проводиться все это работа нашим. И будет, чтобы как можно больше подразделений органов внутренних дел было вовлечено. Сейчас же представители полицейской ассоциации направляют письмо президенту с просьбой об утверждении Дня памяти всех сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении. Дата также является символичной. Это 12 ноября. День, когда ценой собственной жизни капитан полиции Газиз Байтасов задержал преступника, за что ему было присвоено звание Халы Каһарманы посмертно. К слову, на Западе существует неделя памяти полицейских. В России есть день. Так что предложение от ассоциации является делом благим. Александр Клов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сейчас по всему Казахстану выпускники сдают единое национальное тестирование. В этом году появились некоторые новшества. К примеру, изменили задания по математике. Теперь нужно не только уметь решать уравнения, но и продемонстрировать способности логически мыслить. Справляются ли карагандинские выпускники с более ужесточенными правилами ЕНТ? Подробности в материале нашего корреспондента. Через ЕНТ уже прошла большая часть выпускников. Оставшиеся ребята тестирование напишут до 15 июня. Процедура уже стандартная. Вот уже 9-й год все по одному сценарию. Сначала обыск с металлоискателем. И только потом вчерашний школьник проходит в аудиторию. С собой ему разрешают брать только продукты питания. Это, к примеру, шоколад и воду. В Караганде за эти дни уже были нарушения. К примеру, одна выпускница принесла на экзамен телефон в прическе. В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза пока такие нарушения не выявлялись. Со стороны представителей Министерства образования и науки Республики Казахстан и со стороны Департамента по правам детей, вы знаете, они тоже 4 человека присутствуют, на сегодня никаких замечаний нет в адрес университета по организации проведения единого национального тестирования.
В течение тестирования в данном вузе 507 учеников сдали ЕНТ, из них 340 учеников набрали свыше 50 баллов, а 160 не поступили в высшее учебное заведение. Также из 15 претендентов на Алтынбельге подтвердили лишь только 5 учеников. Стоит отметить, что это учебное заведение обеспечили все условия не только для тестирующих, но и для родителей. Ну, мы очень вообще довольны тем, как организовано ЕНТ. Было несколько пробных тестирований, они ездили, тоже очень понравилось им. И сегодня большое внимание уделили и детям, и особенно родителям, ожидающим результаты тестирования. Предоставлен зал, и внимание уделено, и было сообщение сделано о вузе. И приглашение последовало, как можно поступить в этот вуз, какие есть специальности, обо всем было рассказано, показан фильм. Очень хорошо, что сделали в этом году. Можно следить за тем, что происходит в поточных аудиториях. В ЕНТ ввели два новшества. Это увеличение сроков прохождения ЕНТ по всей республике. Теперь это 15 дней, а не 10, как было раньше. Во-вторых, в тестах будут использоваться логические вопросы. Также подать апелляцию можно будет до 14 часов следующего после тестирования дня. Марал Тукенова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Четырехлетней карагандинке срочно нужна помощь. Из-за несчастного случая маленькая Асия Султанова получила ожог 70% тела. 2,5 месяца в реанимации, 32 операции, более 70 переливаний крови. Только чудом девочка осталась жива. Но сейчас ребенку необходимо дорогостоящее лечение. Сейчас маленькая Асия Султанова улыбается и застенчиво смотрит на свою маму. Несколько месяцев назад с этой девочкой произошел несчастный случай. Детское баловство стало причиной инвалидности ребенка. Мать маленькой Асии со слезами на глазах вспоминает тот роковой день. 3 октября прошлого года ее сын, дошкольник, нашел на улице зажигалку и тайком принес ее домой. Когда она вышла в магазин, ребенок достал опасную игрушку и показал сестренке. А потом все как в тумане, говорит мама девочки Дельфа. Фузака Нагатовна. Тут слышат крики такие сильные о помощи. Сначала, говорит, не обратил внимания, мы что они просто играют. Потом забежал, говорит, домой, говорит, она была вся охвачена пламенем. Вот они там какие-то несколько минут, недолгое время это было. Загорелась, фатила. После чего вызвали скорую, я сразу с магазина прибежала. И отвезли ее в реанимацию. В реанимационном отделении детской клинической больницы девочка боролась за жизнь 74 дня. Она перенесла 32 операции и 72 процедуры переливания крови. Мама и папа днем и ночью дежурили в больнице, не спали и не ели. Врачи говорят, то, что девочка выжила, это чудо. Это комната в России нашей. Курс наш. Да. До ожога была очень. Шустрый, быстрый, боевая у нас девочка. Характер у нее такой больше очкованный. Она вот лежала в больнице, даже не унывала, не переживала. Я смотря на нее, даже у нас такая бодрость появлялась. Потому что она говорила, что я вот вернусь домой, говорит, ну, потом ты мне купи платьюшки, ты мне купи, говорит, туфельки. На сегодняшний день состояние Асии улучшилось. Дома ее опекают родители и 4 братьев. Беда заставила девочку быстро повзрослеть. Сейчас она не по годам серьезная и смышленая. Потому как она переносит все тяготы, можно с уверенностью сказать, что Асия станет сильной личностью. Вот ей нужно восстановить функции ручек. Вот они вот у нее не функционируют, потому что они вот у нее контрактуры сильные. Да то, что кожи нет, она все потянула у нее. Это надо вот восстанавливать. И сильно это вот у нее зуд сильный. И кожа вот она лопается у нее. Течет, кровоточит это все. Сейчас девочка нуждается в поэтапном восстановлении. Каждый этап – это ряд операций. Асию осмотрел ведущий ортопед-комбустиолог страны, доцент Аркадий Шейнберг, который порекомендовал в срочном порядке начинать оперативное лечение. Отец Асии готовит все необходимые документы, чтобы отвезти дочь на операцию в Россию. Вот только стоимость этих самых операций для семьи Абдрисовых не по карману. Российский ортопедический институт имени Турнера в Санкт-Петербурге. Ну, там расценки они нам выставили, если есть, сейчас мы можем показать вам. Там одна операция стоит 54 тысячи, одна койка день 1700 российскими. Там 28 дней пребывания, один этап.
Ну и, соответственно, они там пишут еще дополнительные медицинские обследования и анализы всякие, там лечения, которые они сейчас не могут выставить непосредственно, когда увидят ребенка. Мы так просто посчитали, только по тем ценам, которые они нам выставили с учетом проезда, почти около 1 000 000 тенге обходится, чтобы один раз ребенка вывести. Сообщения о помощи размещены во всех социальных сетях в интернете. Все неравнодушные, как могут, материально помогают девочке. Помощь поступает даже из США. Но пока же собранных денег не хватает, чтобы оплатить весь курс лечения. Вера в Бога и надежда на лучшее – это все, чем живут родители маленькой Асии. Вот наш двор, они всегда здесь играли. И все нас здесь знают, все их любят. Вот бабочки все вот во дворе. И вот давно уже все ждут, что мы пропали. Охота все это вернуть, что было раньше. Ирина Камышова, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, вы также можете помочь маленькой Асие Султановой. На экране вы видите реквизиты, куда можно перевести деньги на лечение 4-летней девочки. Сегодня в областном суде прошел брифинг по делу, имеющему общественный резонанс. Вынесен приговор в отношении Евгения Чиновича и Раджаба Мустафаева. Подробности в нашем следующем материале. Напомним обстоятельства данного уголовного дела. 28 сентября прошлого года группа парней в количестве 6 человек, среди которых были Чинович и Мустафаев, находились в ночном клубе «Клондайк». Примерно в 1 ночи в фойе клуба произошел конфликт. Неустановленный парень по имени Муса случайно задел плечом Чиновича. В связи с этим Муса нанес несколько ударов по лицу первого, после которых он потерял сознание. По дороге Чинович спросил Мустафаева о наличии у него огнестрельного оружия. Мустафаев ответил, что у него имеется обрез от скольного охотничьего ружья 16-го калибра. Услышав данное, Чинович попросил вынести из дома обрез. По прибытию домой Мустафаев взял из дома 2000 тенге, также вынес обрез. Сидящий на заднем сиденье автомашины Чинович забрал ружье, снаряженное 2 патронами, а также запасной патрон в полиэтиленовом пакете. Тем самым незаконно приобрел огнестрельное оружие, ибо боеприпасы и стал хранить его при себе. Как отметила Раушан Сергазина, на сегодняшний день Чинович Евгений был признан виновным в совершении преступлений, а именно покушение на убийство способом опасным для жизни людей и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Вернувшись в клуб, они стали искать парня по имени Муса вплоть до завершения работы заведения. Затем Чинович попросил своих друзей проехаться по улице в районе клуба. Около 2:40 ночью молодые люди проезжали перед экспресс-кафе «Рационал», где Чинович увидел ранее незнакомых ему Жалдырова и Кибаева. При этом ошибочно воспринял последнего как парня по имени Муса. По словам Раушан Сергазины, приговор суда оставлен без изменений судом апелляционной инстанции и вступил в законную силу. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Автовокзал Караганды впервые в Казахстане внедрил электронные билеты на автобусы. До этого с электронного сайта автовокзала можно было забронировать места в автобусе с последующим выкупом в кассах. Какие преимущества в нововведении, расскажет наш корреспондент. Преимуществом электронных билетов является то, что пассажирам не нужно стоять в очередях в кассы и приезжать на автовокзал заранее, чтобы купить билеты, пока не закончились свободные места в автобусе. Не выходя из дома, можно спланировать свою поездку, выбрать оптимальный маршрут и даже места в автобусе, после чего оплатить билеты через мобильный телефон или интернет-банкинг. Заходим на наш сайт «Авокзал.кз». В расписании автобусов. Выбираем дату отправления, например, вот мы хотим в субботу поехать. Выбираем маршрут, остановку, время отправления. Вот, пожалуйста, автобус. Тут выбираем места. Какие угодно. Выбираем любые свободные. И забронировать. Тут вводим свои данные. Можно при этом выбрать какой-то детский билет или взрослый. То есть у нас льготы предусмотрены на сайте. Ну, все. Сейчас запрос обработается. Это занимает буквально, само оформление электронной брони занимает буквально минуту.
Электронный билет на автобус – это безбумажная форма обычного билета. Бумажные билеты в этом случае не нужны, так как данные пассажира уже содержатся в посадочной ведомости автовокзала. При посадке в автобус пассажиру достаточно просто показать контролеру документ, удостоверяющий личность. Этот вид услуг у нас недавно появился, так что мы пока пассажиры не привыкли, но в дальнейшем думаем, что они привыкнут и будут пользоваться этой услугой. Потому что это очень удобно. Раньше можно было потерять билеты, после потери билета, проверки, волокиты очень много. Сейчас можно просто проверить по билету, по фамилии и просто пропустить в автобус. Пока оплатить электронные билеты можно только через систему мобильных платежей, интернет-банкинг и кассы банков. Но в ближайшие несколько дней появится возможность оплатить электронные билеты через терминалы самообслуживания и линию кассы платежей системы «Касса-24». К тому же оплата интернет-брони по-прежнему возможна и через кассы автовокзалов, входящих в сеть централизованной системы продажи автобусных билетов. Стоит отметить, некоторые горожане уже пользуются данной услугой. Еду в дом «Шахтер» отдыхать. Билет приобрел через интернет-бронирование на сайте автовокзала. Ну, и оплатил также через интернет. Интернет-банкинг Альянсбанка. Новшество очень удобное. Не надо стоять в очередях, особенно летом. Не надо задумываться о том, что там, не хватит билета. Приезжать заранее. Купил билет, в принципе, взял с собой документы. Все, пришел на посадку. Зашел, сел, комфортно поехал. Сейчас автовокзал Караганды предлагает всем автовокзалам Казахстана присоединиться к централизованной системе продажи билетов, чтобы пассажиры со всех городов могли пользоваться услугой электронных билетов и приобретать их на любой маршрут любого автовокзала. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Темиртау еще один ребенок упал в колодец. Инициативная группа разделила город на районы, чтобы следить за состоянием канализационных люков. По словам очевидцев, колодец на пересечении проспекта Республики с улицы Чайковского вообще был без крышки. К счастью, на этот раз до трагедии дело не дошло. Малыша спасли. 4-летний Паша Караваев гулял во дворе своего дома, который торцом выходил прямо на один из центральных проспектов Темиртау. Малыш вышел на тротуар, потом на газон. Там и был открытый люк, спрятанный в высокой траве. Когда ребенок провалился в грязную воду, ему на помощь тут же бросился прохожий и вытащил тонувшего малыша. Павлик отделался ушибами. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники ТОО «ГЖЕТПЕС», которые тут же умудрились закрыть крышку колодца. Стоит отметить, буквально на прошлой неделе данная коммунальная служба сообщила о том, что все колодцы проверены, в том числе 380 украденных канализационных люков были восстановлены. Не канализационных, а колодец ХВП, холодной воды. Там пожарный гидрант стоит и стоячая вода. Ну, видимо, сперли. Крышки не было. Мы люк полностью новый установили. Сразу после того, как второй ребенок провалился в колодец, власти Темиртау экстренно создали оперативный штаб. Чтобы еще раз проверить все люки, акимат организовал специальную комиссию и дал распоряжение всем предприятиям, частным фирмам и коммунальным службам исследовать свою территорию и оградить все опасные места. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В летний период, когда у школьников время отдыха, родители порой просто не успевают смотреть за своими детьми. На ликвидацию этого пробела направлена программа создания летних лагерей на базе общеобразовательных школ. Целью организации работы с детьми является создание оптимальных условий для оздоровления и занятости детей и подростков. На данный момент у школ есть множество идей по реализации тех или иных проектов, и все они, несомненно, заинтересуют родителей. Благо, материальная база позволяет организовать и горячее питание, и лагеря по различным направлениям. По плану у нас они к 10 часам приходят, завтракают, потом по графику своему они все эти отряды проходят через наш бассейн. Начальные классы, среднее звено, начальные классы и дети дошкольного обучения, они проходят в малом бассейне, занимаются. А с 5 класса, начиная и старше, до 11 класса дети проходят через
большую чашу бассейна. В 2012 году, с учетом пожеланий родителей, в школах будут открыты лагеря с полным днем пребывания детей. Список всех организованных мероприятий впечатляет. Тут и развлекательные программы, и кружки, направленные на познавательную деятельность. Здесь ребята могут найти себя по интересам. Это и художественно-эстетический лагерь «Шабы», и этнографический лагерь «Атамикен», военно-спортивный лагерь «Сункар», лагерь труда и отдыха «Зеленая шкатулка». Всем ребятам, занимающимся в познавательных лагерях, будет предоставлена возможность выступать на научно-практических конференциях. То есть тот задел, что они создали летом, даром не пройдет. Александр Крылов, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Салбон Здар.